Привет всем! В этом ролике покажу вам одну оригинальную идею, как с пользой применить вот такую небольшую 10-литровую старую металлическую канистру. Погнали! Thank you.
Ну вот, наша самоделка уже полностью готова. Сейчас мы ее установим и посмотрим, насколько хорошо она вписывается и смотрится ли она вообще в роли почтового ящика. Вообще, признаюсь, друзья, делал я ее больше в качестве эксперимента. Посмотреть, годится ли канистра для такой вещи, как почтовый ящик. Ну, на мой взгляд, идея, в принципе, удалась и имеет право на жизнь. Будет интересно также узнать ваше мнение по данной самоделке. Кому нравится, ставьте лайки, пишите, что можно изменить или доработать. Всем удачи, до новых встреч!